Улыбайся! Привет, друган! Корреспондент, да. Вот, познакомьтесь, сам собственной персоной Олег, известный в городе у нас товарищ такой, человек хороший. Правильно. Вот, хочу сказать, что о нем. Очень отзывчивый человек, всегда рад всем. Улыбающийся. Я это, в морской форме ходил, я как-то. Так. Я думал, ты меня снимешь, это, ну, Олег, не было тогда у меня фотоаппарата. Вот такого. А фотография когда готова? Олег, сделаем. Да? Да, сделаю. А у тебя интернет вообще есть? Нет. А, плохо. Ну ладно, я... знаешь, как ты меня увидишь? Я вот сейчас скажу. Так, я... Швейград, знаешь где Швейград? Швейград? Да. Ну? И вот это, где это, ну, деньги-то... Так. Золото-то. Ну, понятно, понятно. Я там работаю. А, там работаешь? Да. Убираешься там, да? Да, да, дворик. Ясно. Да. Ты там, у тебя там сейчас один объект или еще где есть объекты? Еще, сейчас скажу где. Еще кадастровые. Кадастровые. Ага. Где это, где парикмахерская? Ну, понятно. Да, а рядом кадастровые. Ясно. Я тебя там вроде, тебя и видал тоже. Да. Убираешься. Да, да, ну, ты сейчас уже все убрал, отдыхаешь, да? Все, отдыхаю. Ага. Ну, у вас сейчас время-то такое уже посвободнее летом-то, только вот так подмести, кое-что убрать и все, что-то, ну, правильно? Сейчас работа поменьше, да, но а зимой всегда на работе, там уж снег то и дело идет, и стоишь, ждешь, когда снег перестанет, а я стою и жду, а даже все смеются надо мной, ты уж пора домой дети, наверное, тебе жена, ты вон, и жена у меня. Прям беда. Да ты добросовестный человек, я знаю. Ты что, как вот, например, пока это все конкретно не сделаешь, домой не уйдешь, ничего. Вот. Ну ладно, в общем, что я скажу? Ага. В общем, Олег, я хочу что сказать. Я рад тебя повстречать, еще был рад. Вот, пускай люди. Вас тоже приятно видеть обоих. Очень спасибо. Взаимно. Да? Да, это моя жена, Ирина. Я хочу сказать чего? Хочу сказать, что хочу сказать? Тебе здоровья, счастья, и вам удачи. Тоже обоим. Вот. Вот и у меня долгожители. У меня дед прожил 102, мать 88, отец у меня 96. Ага. А все братья, сестры я похоронил. Все, никого не оставил. У меня только внучка есть. Ясно. Внучка. Алсу моя, это она работала, где Венера. Это парикмахерский, где вот, ну как на рынке идти-то. Ага. На Октябрьске-то. Вот так вот. Там только одна Венера осталась. А она переехала, где Саша. Парикмахерский, Саша. Ну понятно, понятно. Алсу, да. Ага. Это на Ленина. Ленина. Саша. Ленина. Это как раз перекресток. И вот на левой стороне. Ну понятно, понятно. Ну ладно, Олег! Да, всего давай. Тебе хорошего, желаю. Давай, вот. Давай, ладно, был тебя, рад увидеть. Хорошо, все. Спасибо. Товарищи дзержинцы, вот такого вот человека мимо не проходите. Да. Он всегда будет вам очень рад, правильно, отзывчивый и понимающий. Я очень рад. Вот. В общем, я люблю порядок, люблю чистоту, люблю. Вот я сам чистоплодный, я с собой всегда ухаживаю. Вот только я залез в этот, как ее называется, вот. Ну, деньги-то, кредит где-то. А, ну, понятно, ясно. И никак, да, и никак не могу это. Все помаленьку тянут мне. Я там, где 2 тысячи, где 3 тысячи, да, вот так, помаленьку. А это в каком, если не секрет, банке ты брал? Это как, быстрые деньги или где? Да, быстрые деньги. Быстрые деньги? Да, и потом еще О, это... Олег, это кабала. Я знаю. Тебе да, из этой кабалы надо вылезать, пока не поздно. Потому что, знаешь, они втягивают. Да. Я хочу это как-то, ну, пролонгацию, я еще отдаю. Да понятно. А если не отдавать, это вообще плохо будет, конечно. Так ясно, елки, накопится столько долгов, что и не расплатишься. И вылезешь из ямы. Ну ладно, Олег, всего хорошего. Всего хорошего, давай. Давай. Погоди, Олег. А.